Всем привет! Вы на канале Черничный хутор. Сегодня будет очень длинный ролик. А длинный потому, что очень много событий произойдет. И дико повозили к ветеринару, и строили гараж, и принимали гостей. Ну, все как всегда. Гости, друзья, лес, животные. Приятного вам просмотра! Дим, ну как ты? Ты какой-то больной. Что с тобой? Иди ко мне. Пошли. Оп, оп, оп. Оп. Покажи. Не, ну розовенькое все. Поехали к врачу. Едешь к врачу? Поедем? Поехали к врачу тогда. У тебя не поймешь, что тебе хорошо, то тебе плохо, какое-то такое волнообразное состояние. Да, то бегает, то лежит. Побежал. Ди. Да. У него как-то здесь глаза опухшие. Да, какая-то отечность какая-то. Да? Да. Не, поедем к врачу сейчас. Все, сейчас быстренько всех кормлю, едем к врачу. Хорошо, Ди? Вась, смотри, где павлин сидит. Угу. Самки не видно. И как бы даже не знаю, как павлин. Мы индюков бы сейчас метелкой бы так догнали бы, а павлина как-то и жалко. И зрители уже говорят, что им надо отдельный домик построить на дереве. Ну что, так легко, давай. Хорошо. Я на завтра построю. Не задвоем. Пошли кушать, Павы. Скажи, все согреваете вы? Так, горячее, павлинье, горячее. Все супер. Постоянно друг у друга яйца забирают. У одной много, у второй мало. Девчонки, ну что, вы не можете поделить яйца, что ли? Давайте я вам поровну поделю. Вечно дележка какая-то у вас. Конечно, лучше же, что павлини яйца выселили индюшки. Но видите, какая неприятность с индюшками произошла? Они в лесу неслись, на них кто-то напал, одну, получается, загрызли, а две пораненные ходят и перестали нестись, поэтому они не сядут. Поэтому у нас куры будут водить павлинят. Ну, если эти яйца заиграны, мы проверим еще, это осталось там 3 дня, и мы проверим. И это будет большой плюс, я думаю, что если курица выведет их и воспитает, то потом павлины будут с курами ходить и не будут их обижать. Мне так кажется. Ну и вообще возле дома будут ходить никуда. Это будут уже местные павлины, не те, как не эти, которые от нас сбегали и потом только поняли, что им тут нормально будет жить. Давайте быстро, все быстренько, по электропастух. Мы торопимся, дико в больницу повезем. Быстро все. Thank you.
Вадим. Идем, белка. Заходите. Выходим. Все. На целый день безопасности. Вот это вот, сейчас будем доказывать, что индюки и павлины родственники. Я свистнул индюков, индюки дают голос, им не нравится громкий звук. Пошли к индюку, пошли к павлину. Он на домике часто сидит, потому что свое отражение в дверях видит. То ли любуется, то ли конкурент бесит его. Индюк пернатый ты! Индюшара! Пошли кушать! Раньше, когда мы куда-то едем и дико просим поехать, ну, он просто запрыгивал с одного прыжка. Дик, мне кажется, он сейчас даже не заберется. Заходи, поехали! Пошли гулять, Дик! Дик! Что нюхаешь? Дик, поехали гулять! Дик, ты чё? Поехали. Булька, поехали гулять. Булька. Булька. Давай Бульку зови. Булька пошла. Булька, ты чё? Булька, ты не туда. Булька, запрыгивай сюда. Может, за высокой? Булька, есть-то. Булька уже там сидит. Булька, а Дика возьмём с собой? Дик, поехали гулять. Дик. Дик, иди ко мне. Булька, давай. Давай сюда, Булька. Давай. Иста. Дик тоже туда идёт. Дик, сюда иди гулять. Дик, иди сюда, запрыгивай. Давай, сюда. Поехали гулять. Вот сюда, запрыгивай. Давай. О, молодец. Молодец. Давай. 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 Подсаживай. Давай. Ух ты, раньше ты нормально запрыгивал. Все, Дик. Поехали. Лежать. Молодец. Лежать. Выходи. Выходи, Булька. Да шутка это была. Ну, Булька, ну выходи. Нет. Ты не едешь, ты не заболела. Иди. Дорогу ни разу не присел и не прилег. У него паника, походу. Думает, столько людей, столько машин. За всю жизнь столько не видел.
Дик. Дик. Дик, я. У него началась паника, да? Какие-то звуки, он их боится. Заходи. Ему запах, сколько дразнит собак, что он в шоке. Иди, заходи. Заходи сюда. Ну наконец-то. Когда сказали, что едем домой, то он лег. Дик, домой едем, домой. Поедем домой. Успокоился. Туда еле запрыгивал, назад просто. О! Дик, пищи. Бандюга. Ты дома, Дик? Ну, что я хочу сказать, что... Почему мы поехали вообще? Потому что подверглись панике комментаторов, что, наверное, у него клещ. Но не зря съездили, вообще убедились. Даже первичный осмотр у ветеринара сказал, что видно, что Брайвек-то действует. Дик, иди сюда. Видно, что слизистые все розовые, все хорошо, это точно 100% не клещ. Взяли анализы, два вида анализов, один общий, один... Так, и сказали, что вот, ну видно, что вот здесь вот суставчики воспаленные. Ну, то есть уже старый кобель, вот видите. Да, воспаленные суставы. Воспаленные суставы. Поэтому таблетки выписали, те, что мы пили. Те, что мы пили, да, и подтвердились. Ну, все равно, главное, что у нас уже душа спокойная, что все нормально. Наш Дик просто стареет. Так не хочется. Я даже не представляю, если вот Дик помре, какую мы собаку заведем. Вообще никого не хочется заводить. Но овчарки быстро стареют. Дик, иди сюда. Иди. Ну ты, может, это сними это. Ну, иди сюда, иди снимем тебе лейкопластырь. Сейчас ему таблеточки дадим. Все нормально, да? О, все. Наша Вик снимем, ты вольная у нас собака. Чем тебе тяжести носить лишнее. Балдей. Дик, ты уже проехался, уже к одеялам привык. Ну что, на них теперь лежать будешь? Врач сказал, что зубы более-менее в меру стертые. И ошибочное мнение у зрителей такое появилось, что мы только исключительно костями кормим животных, вот только свиными и все. Круглосуточно эти корма стоят, круглосуточно. Для них это вообще не еда, они даже не охраняют, видите, оно стоит. Тут больше коза ест, чем они. А вот именно вот... Привезешь мяско, косточки, конечно, они уже для них это уже лакомство. Поэтому как бы чаще в кадр показываем лакомство, а не повседневную их еду, которую они почти не едят и не хотят есть. Ну, стареем. Постарел у зрителей на глазах, это получается действительно он прибился. И 4 года снимаем видео. И вот даже я постарел. Я когда приехал на хутор, я от дома до сарая легко на руках мог ходить. А сейчас вообще хоть бы постоять, хоть чтобы не упасть. Дик, я тоже, видишь, старый. Еле хожу уже. Нет, все-таки старость приходит. Дик, мы стареем вместе с тобой. Так получается, я уже бабушка, я так вообще не могу сделать. Блин, ты помолодела, кстати. Вот я вот смотрю, какая ты была 4 года назад, и какая сейчас. Ты стала лучше выглядеть, а я хуже. А Дик вообще сдал.
Ну и что ты душманишься тут на солнце? Косточки греешь свои? На, болезненный ты наш. На. На. Ты не ешь это, впьешься вкусняшку. Ох ты, Дик, сегодня нам разбил сегодня весь день. Что мы сегодня будем делать? Так, есть у меня одно дело. Будем зайцев убивать. Каких? Смотри, у нас на гектаре сложен точно такой же металл, как на крыше. Угу. Вот с чего сделала крыша. Как на вольере собачьем, угу. Как на курятнике, как на домике на пруду. И там у нас дома есть список, какие куски остались. То есть мы берем этот список, перепроверяем по списку раз, переносим весь этот металл ближе к будущему гаражу, два. И так, два. Проверяем, чтобы он не был ржавый, чтобы был чистый, чтобы он там не это его, чтобы не было на нем пленки. И вообще на него, чтобы до него дойти, до этого металла, он сейчас весь по колено в траве. Надо покосить по кругу и покормить этой травой амуров 4. Ну, давай занимайся. Гуська, я не могу сам. Я буду косить, ты траву кидать в пруд. Я буду считать, ты будешь... Носить галочки, металл. Галочки ставить на бумажке. Ну да, и ты будешь носить металл. А ты будешь считать, да. Так там есть 6-метровые, я что, сам буду носить? Поел? Дай лапу. Да, ну да. О, молодец. Отдыхай. Ты б, Дик, уже там сразу лег под кондиционером, сразу же бы душ принимал бы. Это ж ляжет на самое солнце, в тенек не идет, ляжет на самое солнце. Безы. Вот, получается, у нас гараж будет 4-скатка. У нас 6 штук 8-метровых, 2 штуки 7,9. Это надо будет сейчас все пересчитать, пересмотреть. Очень много метровых, 2-метровых, они мало нам подходят, вот эти вот, наверное, никуда не пойдут, кроме каких-нибудь вольерчиков. Ну, хотя, надо пересчитать и посмотреть, сколько нам дозаказать металла. Может, это хватит на одну сторону, может, на 3 стороны, может, на 2. Но самое сейчас пугает, что мы с Юрой так тихонечко, у нас же было здесь разложено по дому, по всему двору, и мы сначала брали... сначала длинные, потом и короткие сверху. А теперь у нас получается наоборот. Сейчас низ, длинные под низом. Как нам сейчас складывать? Короткие снизу? Нет, все по всей площади сложим, а потом... Ага, мы будет крышу, может, делать будем через месяц-два. Это... Нет, так потом мы сложим, сейчас так положим, положим, потом будем складывать. Да? Да. Пока мы сходим, индюки с павлинами, это все раз... Ладно, короче, меньше базарим. Пошли, я кашу. Кормим ему. Все, работаем. Кстати, мне очень хочется испытать эту масочку. Ну вот под этим шифером и под этим баннером лежат наши стройматериалы. Мы не заглядывали сюда год. Может, там под низом ужи, гадюки, может, там муравьи, может, там они, наш металл сгнил. Вот сейчас откроем с вами, посмотрим. We'll be right back.
Первый заяц убит, амуры накормлены. Все надо сделать заранее, чтобы знать, сколько заказать леса, сколько заказать металла. Мы когда-то сэкономили и купили сразу много на все. Тут должно было хватить на гараж, но мы делали пристройку к дому, вольер, брали кусочки постоянно отсюда. Димка, мне кажется, что там на металле еще будет пленка. Вот кусочек есть пленки. Если будет пленка, я помню те дни, это были худшие дни в моей жизни. Пленку лучше со свежего металла сдирать, а если у нас уже лежит 3 года? То только кипятком. И до этого год лежал где-то. Хоть бы все было нормально. О, ворона сказала, все будет хорошо. Есть пленка на некоторых, вижу, точно есть. Мне кажется, на самых длинных мы сняли. Мне так кажется. Медянка. Ваф! А спорим, она может хвост откинуть? А у нее вот он делится. Видно даже где. Говорят, что медянки опасны, но это... Но это безногая ящерица, не опасная. Ну что? С чего начать, да? Носим потихоньку. И сразу в тетрадке отмечаем. Погнали.
Собачью еду едят все, только не собаки. Вкусный. Я думаю, даже стерлядь с сёдрами тоже бы ела такое. Первичный осмотр показал, что металл сохранился идеально, как будто мы его только вчера его туда сложили. Но 10% из 100 скорее в пленке, видите, вот пленка есть. Очень любопытный павлин. У Валентина, когда приходишь во двор, он начинает кидаться, особенно на женщин. Бьет их просто когтями. То есть он до такой степени стал хозяином. Я думаю, наш тоже, если будет хозяином, то никому здесь проходу не даст. Он уже вот, смотри, не боится ни собаку, ни кота. И заглядывает на все. Вот сейчас ему интересно, вот смотрите, заглядывает, что такое за кто сверху такой гудит. На кондиционер заглядывает. Такой, оп, так, еще и капает. Такой какая-то интересная штучка такая. Опа, опа, опа. Надо себе в сарай такую приобрести. Нет, он думает, как на нее залететь. Да? Ты что думаешь там? Пленка, когда солнце посветит, когда он накалится, хорошо снимается, между прочим. Мы его, наверное, здесь и оставим, Валентина, не будем даже складывать его. Здесь... Сейчас этот металл накалится, эта трава сожжется. Если на него даже сейчас индюк запрыгнет, свинья, с этой стороны могут царапать, ничего страшного не будет. Зато когда будем кровлю делать, зато подошел сразу, у нас все прописано. 1,80 м, 1,90 м, 2,20 м. Взял по размерам, пошел отрезал. Я думаю, сейчас это все выложим. Некрасиво будет только с дрона. Кто там у нас лазит, а? Ужик. Я могу длинный. Ужик, ужик. Что ты там увидела, бычка? Уже. Я же говорил, что тут будет все, что хочешь. Покажи. Где-то уполз уже. Большой-большой был, длинный. Тут и медянки, и ужи. Главное, гадюку не видно. Ну, такой толстенький ужик. Ужи всегда ж больше гадюк. Гадюки большими не растут. Ну. Уже метровые, а то и полтора. А гадюки всего лишь 70 сантиметров вырастают. Тут для них супер дом. Угу. Это цельный кусок, да? Вот эти 8-метровые почищены от пленки, это плюс. Тимка, показать фокус? Давай. Опа. Так он прям в металле жил? Он спит, видишь. Скользит. Не может уползти. А это пленка, надеюсь, у нас. А, да, пленка. Пленка. Длинные сам внесу. Я не знаю, может давай вдвоем. Очень длинный. Ой. А что это? Смотри, какие кубы. Это эти ужиные, может, ужи сделали? Прям ужи так не будут собирать. Ну вот, смотри, одно кубло, там второе. Ага. Ну, я не знаю, мыши, я не знаю, что это. Ну, ужи ж не буду травкой собирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я руками не полезу сюда. Давай палку. Давай.
Тут уже пустое оно, да? Это гнездо. Какое-то гнездо. Кто здесь жил? Так это ж сколько надо было натаскать сюда? Ну это ж не змеиное гнездо. Короче, не знаю, что это за гнездо было такое. Ну тут их два было. Ну мышь, для мышей это за огромное. Крысы здесь не могут жить. Я не знаю, что это было такое. Уже ж тоже не будут такое гнездо делать. Там еще ямка выкопана, видишь? Ну. Не знаю. Донесешь? Да. Как-нибудь доползу. Ой, какая она длинная. Ну, она будет разрезаться пополам. Нам такие длинные не надо будет. Два метра вперед подойди. Там осталось три, блин. Зря я одну сам нес. Вообще не тяжело? Нет. Ну, ты не достижешь это две? Нет. А что мне слушать с жопом? Маленький. Ужик. Ты маленький. Дай пополз туда. А там... где большой делся? Угу. Так он ко мне пополз. Вот он. Змеям разрушили дома. Идем пересчитывать. Или все на месте, сколько металла есть у нас. Я не помню, когда мы это... Еще ж мы домик на дереве, я вспомнил, строили. Когда мы этот металл записывали, я не помню. Раз мы уже с вами сегодня занялись стройматериалами, которые давно закуплены, то у нас есть дверь, которую мы еще купили полгода назад. Поехали ее заберем, потому что если будем штукатурить погреб, то надо будет ее сразу вмонтировать и заштукатурить, сразу же сделать откосики. Ну вот, вторая дверь в наш погреб. Да, не такая красивая, как лицевая, но там красота не нужна внутри. Она главное, чтобы холодное от теплого воздуха отсекала. И... она из сосны, полегче будет. Тут Вову еле поднимали. Надо будет эту дверь обработать и установить до того, как мы будем погреб внутри штукатурить. Давайте по-быстрому сейчас распакуем посылку из Москвы. Весит всего лишь 200 грамм. Выслал нам ее Владимир из Москвы. Тот же Владимир, который прислал нам афганский этот казан. И тот же афганский казан, который Дмитрий до сих пор не испытал, до сих пор не приготовил. У нас просто много дел, но придет сейчас осень, весна, когда будет меньше работы, заботы. Мы будем готовить не просто, мы будем каждую неделю в нем готовить. И он вот, не знаю, он такой тоненький, узенький, что это? Может, альбом? Я думаю, картина на стену. Ну, такое что маленькое, прямаленькое, узенькое, напротив афганского казана, что такое скромненькое, скромненькое, но нам все же так интересно, интересно. Так. Что это? Вот, вижу деревянную рамку. Да? Да, что-то деревянное на стену. Но что? Вот. Вот деревянная рамка. Запечатанная бумага. Ага. Да, это 100% картина какая-то. А вот какая? Что здесь? Ну, чем нас можно удивить? Ну, картина, да, картина. Что здесь будет на фотографии?
Что там? Белка? Ой. 2 мая 1924 года. Восход 5.43, заход 21.12. Ничего себе. Тут написано, это 67-й год Великой Октябрьской социалистической революции. 1 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Ильяса Джансургарова, казахского советского поэта 1894-1897. Вот такой вот календарь. Вот удивили, да? Причем летоисчисление идет, смотрите, с 1917-1984. Не с 2000-го, ой, не с нулевого, а после революции. Удивили? Да, спасибо. И он переходит в ток-шоу музей Черничного хутора там, да? Да, да, да. Домик на дереве. Класс, да? Спасибо. Валь, мы родились с тобой в среду. 2 мая это была среда тогда. Валентина, все супер. Пришла смс от нашего ветеринара. Анализы крови готовы. Одна хорошая новость, одна плохая. Давай с плохой. Давай с хорошей сначала. Хорошая это то, что никакой клещ его не кусал. А плохая то, что наш пес действительно начал стареть. Незаметно для нас. Мы его и все зрители хотим видеть молодым. Но, к сожалению, собаки стареют намного быстрее. Так вот, смс-ка. По анализам все в порядке. Немножко пониже тромбоциты, но с этим ничего не нужно делать, если их количество не опускается ниже 100 и не считается патологией. Поэтому значения остаются прежними и ничего добавлять в лечение не нужно. Мы сначала обратились к ветеринару одному просто по телефону, но зрители нас напугали, да может быть все что угодно, завезите к ветеринару. Ну мы сейчас успокоились, вот сейчас, когда мы съездили к ветеринару, он просто добавил нам вот этот амес. А по телефону нам и в аптеке мы выписано было вот это. То есть рыбий жир. Вообще это все покажу, потому что очень много было комментариев, даже не десятки, а сотни. Подскажите, какими вы лекарствами лечите собаку, потому что много причин. Кто-то далеко от ветеринара живет, кто-то в деревне далеко от аптеки живет, у кого-то вообще финансов не хватает на эти лекарства. Ну, кто-то вообще не занимается, там, может, родители держат. Но у крупных пород собак действительно отнимаются лапы. Это проблема, я так понял, что не только у нашего Дика, а у всех. Так вот, что нам прописали? Рыбий жир, вы его можете купить в любой аптеке, что ветеринарной, что обычно людской. Но нам сказали, что ветеринары немножко дешевле. Дальше. Артодликан. Ну, это... Я так понимаю, что много аналогов таких вот именно для костей, но последний ветеринар сказал, что как бы так себе. Самое лучшее всего, обязательное лекарство из этого всего, это вот такое вот питкам, из этого всего это самое лучшее. Это сказал тоже по желанию, и сказал, что эти таблетки... могут вызывать расстройство кишечника у собаки, желудка, и обязательно перед этими вот лекарствами, вот надо обязательно за полчаса до еды вот использовать такой амес. Лекарства сейчас легко можно найти через приложение Яндекс с Алисой. Даже если вы находитесь далеко на хуторе, в лесу. Давайте, например, с вами забьем в поисковик амес. Вот капсулы Амес, вы увидите цены, в каком магазине выгоднее всего их купить. Прочитайте отзывы, достоинства, комментарии настоящих людей, инструкцию также увидите. И вам даже подскажет аналоги. Посмотрите в вашем регионе, какое лекарство может это заменить. Вот и все. Желаем восстановления и быстрого выздоровления нашему Дику и вашим собакам тоже. Ваня, начинай красить, а я пойду пока приготовлю еду свинкам и курам.
пойду капусточки половину домой, овцу. Капусточка вареная. Будете? Ёлки! Половину на завтра. Это от производства голубцов. Кочаны остались вам. Ты, Ваня, так покрасил и даже смотрится уже как дуб, а не как сосна. Сиську пососать златы. Хороший холодец будет для животных.
перенервничали, пересчитывали по этому списку. А не сходится и все. Потом посмотрел, а мы же это переписывали список. Это после того, это до того, как крышу делали. А когда крышу сделали, мы с Юрой пересчитывали фальцевое кровельное, написал полная ревизия. Так что все сходит вот по этому списку. А этот можно выкинуть. Этот изначально был. Фу, так, пошли считать или хватит на крышу. Наверное, не хватит, надо будет заказывать и заказывать. Ну что, вы хотите гулять? Вас выпускать? Открывать, да? Идите гуляйте. Ага, хитрые какие. Вот выпусти вас. Это не вам. Павлин сидит на самой верхушке дерева. О, отзывается. Это не вам, это свинка. Белка, отстань. Самка решила почему-то на дереве посидеть. Сувениры только что пришли. Все в лес уже приелось. Надо действительно хутор не резиновый заказать. И заказать... Птицы на хуторе не будет. Вот такие заказать. Я не понимаю, что здесь. У нас всегда ложечки были просто золотые, а тут какие-то разноцветные. Какие-то большие. Это что такое? Это же получается не чайная уже ложка, да? Ой, что с ними? У нас вот большая, маленькая. Какие-то цветные. Ого. Кстати, очень даже интересные. Ну, необычные такие. Это как десертная ложка. Но есть просто и золотые, и цветные. Не знаю, что они нам такие прислали. Но ничего страшного. Все отдадим, да? И еще да, закажем. В последнее время мы каждый раз выезжаем в город, нас каждый раз узнают. Мы всегда что-то дарим. А вот последние две недели уже что-то вот принтер на кружке поломался, там где мы берем, и мы ничего не было чего дарить, и как-то даже как-то стыдно. Я не знаю. Мы вас узнали, мы такие ла-ла-ла-ла. Как-то всегда, когда даришь, и тут, когда ты когда не даришь, они-то не знают, что мы всегда дарим, но все равно как-то себя неудобно чувствуешь, неловко. Ладно. Павлин услышал, что машина подъехала, я и каркать начал. Ага, нет, я сейчас только что выходил, там комаров немерено. Мы ему позвонили, говорим, есть галенка, голубцы. Ну, короче, Вадим сказал, ничего не надо, мы тебе чипсы, кириешки, компашки достали. Ты любишь.
Твое меню. Машина пустая здесь или надо? Пускай стоит, потом перегоним, потом завтра. Обгоним. Сейчас ее никто не покалечит, а потом могут индюки. Будешь там вестить? Чего? А, и самое главное, много-много рыбы. Причем написано Астрахань. Приехать получилось как раз, ну, на выходные, а на выходные обещают дождь. Не знаю, как на завтра, но завтра мы должны любыми путями выкладывать блоки. Посмотрим, что получится. Сейчас быстренько всех кормим и принимаемся за работу. Небо, конечно, затянуло. Облачно, солнца сегодня не будет. С одной стороны, это плюс, не будет жарко. Но с другой стороны, дождь может пойти в любую секунду. Ты, Ваня, закрепляешься за одним. Целый день не отходишь от него ни на капельку вообще, ни на сантиметр. Говорит, надо блок, ты блок несешь. Говорит, блок распилить, ты распиливаешь. Хорошо? Хорошо. Все, быстренько все на свое место. Пошли, свинки. Панталон, идем. Начинаем. Ванюш, ты сейчас блоки разносишь везде по периметру, по чуть-чуть ложишь. Поднимай. Бля, я... Подожди. Воздух. Надо было зажимать. Да, надо было пальчиком. Ну, вот. Шел тот воздух, который... Доставай, зажимай пальцы. Держу ровненько, Вадим, как надо. Перепаем до полу сантиметра, нормально. Все хорошо? Молодцы, справились с задачей. Ну нормально, мы старались. Так не хотелось вручную резать, что пришлось немножко болгарку замазывать.
Ну, поехали. Первый. Наши павлины идут к аисту. Самка бегом к нему бежит. Аист забоялся наших павлинов. А самец такой боязливый, сзади тихонечко идет. Сейчас там еще и Костя едет. Костя, с которым мы рыбачили на реке Припять. Зрители его уже видели. Мы его давным-давно приглашали в гости. Что за рецепт такой? Сама выдумала. Это будет ненормально. Это молоденькая картошечка. Самая маленькая, которая только она может уже быть. Она почти готова. А ты ее что, отварила? Да. От чего? Сейчас осталось ей только запечься. Точно сама выдумала. Я если бы готовил, я просто положил бы в сырую и все. Она была бы не готова. Угу. Все. Костю целый год ждали, целый год его приглашали. И вот, когда он решил приехать, в духовке сразу одновременно готовится три блюда. Колбаса пальцевханой запекается. А это что, Валентина, у тебя? Это ножки свиные, ляжки, ножки, галёночки. Копытки? Копытки и галёнки. Нормально так поедим сегодня. Костя подъезжает. Свои, Костя, свои, свои. Булечка, нельзя. Булька. Нельзя, нельзя. Здрасте. Разрешите вас поснимать? Далеко? Долго ехали, да? Ой. Не, у нас здесь дорога нормальная, ближе к вам плохая. У вас везде знаки 40, 60. Здорово. Привет. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл. Я помню. Видишь, Кирилл, я собаку узнала, Кирилл. Можно тебя на видео поснимать? Да. Хорошо. Кирилл, кружка у тебя уже есть? Да. С собой Дика, значит, заберешь. Не надо, не надо. Тогда ложку, и ложку можно подогнать тебе? Я думал, не досяду по дороге. Я к началу этого. Да, да. А у тебя не полный привод? А я неправильно чуть повернул. Надо было мне ближе к колхозу повернуть. А я чуть по это, и все дном потянул. Вы по душе, знаешь. У вас кондиционер в машине есть? Нет. Нету? Значит, вы убитые, кушать не хотите? Нет, так мы выезжали, у вас дождь был? Нет. Мы выехали. Мы ждем его месяц уже. У нас, короче, вечер вчера как начался, ночью, потом подруга успокоилась, а потом после обеда мы как выезжали, все, и всю дорогу нам дождь. Нас сухо. Мы, короче, его ждем, но вот именно сегодняшних два дня не ждем, потому что у нас блоки. У нас там все молились, получается, квас, вот в пустыне тоже. У вас тоже не было целый май, да? Не было, да. У нас не было. То вам повезло, а нам нет. Надо, чтобы был послезавтра, нам надо очень дождь. Сегодня нам не надо.
Ну что, давайте, там, я не знаю, располагайтесь. Пожите у нас здесь кондиционер есть, пожите немножко остынить. Не, нормально, я говорю, что Кирилл. Сейчас выберемся. Выгрузим. Вы что, клубники взяли? Ну тоже у вас снимают. У нас же дед. Валя, ты же огород маленький сделал. И огурцов? Вот так, Валя, это расширишь огород, это и свой был. Ай, поле жгла. На поле, говорит, фу, говорит, лизнула. А где кого? Тут выкнул. И картошка пустила. Я, блин, топограф пустил. Старый? Старый? Ну, она у меня нормально хранится, хорошо. Да. Я, блин, напахал, я бульбу не, ну, не продал ее. И просто так вот, вот давай, пихали. Давай, все, это, раз, выгружаем сейчас? Да, выгружай. Папа, это потом. Пойдем. Да. Ну, я думаю, что у нас просто еда уже как бы готова, но я думаю, что вы, наверное, запаренные, не? Не, чуть-чуть. Ваня, помогай Кириллу. Такая крупненькая у вас. Да. Такая крупненькая. Ну, давай, давай. Сладкая? Как будто только что в детстве через забор перелез и соседскую ешь, такая вкусная. Я слышишь, наемся, уже не лезя, а клубники все равно напихаю. Папа, огурцы помогают, они тяжелые. Она такая, что без сахара можно есть, но реально вкус детства. Господи. О, Господи. Димон. Кирилл на приколе, его можно целый день снимать и будет контент. А ты помнишь я? Я его знаешь сколько искал? А что он оказался у тебя? А тогда, когда вытягивали машину. Да, у меня домкрат остался. Эту штуку я не нашел. Мы с тобой искали. Я и забыл. Мы поехали с вами здесь сюда на озеро. И как раз мой с университета преподаватель застрял. Я говорю, сейчас я вас достану. Я достал домкрат, и я не смог им воспользоваться. У меня не было вот этой штучки. Ну, это ручки. Год валялся. Ну, а я специально там у меня коробки так лежала. И капуста. Свежая. Туда надо, в подвал. Да, подъезжай. Это туда подъезжай. Какая у вас огромная картошка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы реально ближе к Чернобылю, чем мы. Кумар тоже, кумар поставала с этой вот. Семянки тоже на распутку ему дали. Чуть не застрял, у тебя машина сейчас низкая получилась, потому что ты много всего вез. Ай, позабывал, еду по дороге, блин, забыл, то потом, то забыл, блин. Да, капусту? Ну, это ранняя, молодая. О, это вообще этого года капуста? Да. Обалдеть. Это свежая. Щука. Миша, ты это, это в этом году уже насушил? Но. Так, сейчас с Вадимом под нулевочку дадим его. А слышишь? А смотри, а ты сушишь, ты даже чешую снимаешь, да? Я чищу, ну. И кишки чищешь. А видел астраханцы, они не чешую, а мы попробовали, не так я расскажу потом. И что, тебе не получается? Не, попробовали сырую и прямо в ящик соли пересыпать. Тоже четко получилось. Ну, мне с кишками больше нравится. Ну, ну. А что это? Что это? Но это нам или что? Но. А что вы раньше показывали? Я не знаю. Это на дом, на тот дом наш новый. Уже мы сделали. Но ничего не делали. А что это? Не, мы не сделали еще. Так что это? Не понял ты? Нет. Читай. Валя заказывала. Читай, что написано. На крыше? Точно! Я, если не сделал, бы не поехал бы. Честно, если не сделал, я бы кинул всю работу и давай пару дней сделал. Кинул все и специально сделал. Доставай. Если не сделал бы, то этого не поехал бы. Наверное, красиво, да? Да. Кирилл на приколе, мы сегодня тебя будем весь вечер снимать. Ты знаешь, где ты будешь себя ночевать? Да. Где? На дереве. Ну, мы дадим вам пару бананов, будете на дереве ночевать. Это кованая табличка на наш дом в деревне. У нас там присутствует ковка на дымоходах. И мы у Кости как-то невзначай сказали. Ну, Костя занимается металлом. Мы как-то невзначай сказали, и я уже даже и забыл. Потому что время прошло много. Мы уже первого Нового года сделали. Ну, как бы не сделал, только вот чуть-чуть сделано. Слушай, а вот эта вот вишневая, она не проржавеет? Нет, это не ржавеет. Ничего себе, да.
Я же боялся, что габаритами не угадаю. Мы как раз там дом облицевали. Вот как раз под это все. Да, и у нас висела такая деревянная маленькая, и мы уже ее назад не вешали. И вот думали, что нам подойдет. Думали, думали, потом забыли, потому что все здесь проектами занимаемся. Так я тебе забыл. Вот тоже проекты. Ух ты, какая красота. Гирлянды можно вешать. Очень красивая. Очень, да. Финишка. Ну, держи. О! Это получается дырка у нас вот здесь, да? Закрепить и здесь, да? Тут гирлянды можно повесить на Новый год. Хорошо. Гирлянды — это круто. Подойдет по той фасад? А? Подойдет по фасад? 100%. Все, ну, просто. Конечно, подойдет, да. Супер, подойдет, обалденно, да. У нас дом так себе, но будет самая лучшая табличка в деревне. Нет, дом супер. Ну тогда под такой дом только такая табличка. Спасибо большое. Давай накрывать на стол. Вадима, Ванька, зови Вадима. Садитесь. Мойте руки, садитесь. Кирилл, ничего страшного, что мы вам копыта на стол поставили? Нет. Мы кроссовки сняли, все нормально. Диме копыта? Да. Вадим тоже хочет. Все, накладывайте все, что хотите. Давайте, давайте, быстренько. Кирилл, что ты больше всего хочешь, Кирилл? Нет, еще кумбрау не очень. Кирилл, мне уже аж остынно. Вы привезли 3 мешка картошки, а ты взял только 1 картошку для себя в тарелку. Возьми что-нибудь нормальное. Голубца положить тебе? А? Голубца положить. А голубца? Голубца и сметаны. Нет, голубца не будет. Ну, ешь картошку, ладно. Слава Богу, что сегодня не было дождя. Целый день что-то хотела его надуть, надуть, и походу прошел мимо. Надеемся, и завтра не будет. Ждем его в понедельник. Всего лишь один ряд, но уже двери. Я уже знаю, где будут двери. Вот тут вот, заходите. Заходите со мной. Кто там? Здесь Вадим сказал, что ты будешь мне подсматривать, что я буду хорошо делать. Да он специально мне окошко оставил, да. Вадим, заложишь чем-нибудь, я даже не знаю. Песком залепили, глиной там дома. Но с этой стороны уже еще чуть-чуть, и уже даже можно будет 3 окошка поставить. Ну, оставить место. Все, нормально, работа идет. Все, друзья, всем до свидания, всем пока. Пока-пока.